Зевком я регистрировалась в акции, ну, вернее, в большом проекте «Погода в доме». И рассказала о том, что, значит, очень любит ходить с мужем и с дочкой, с родственниками и друзьями на пикники. Мальчики обычно ловят рыбу, занимаются костром, а мы шуршим за столом. Валентина, не соврал? Доброе утро. А, кстати, у Валентины, так же, как и у всех участников этой акции, будет возможность увидеть будильники на русском на пикнике, куда мы обязательно отправимся к победителю этой акции. Да. Ну, а сейчас, Валентина, вы готовы на одну минуту стать мужчиной? Готова. А с вами раньше никогда такого не было? О чем будет скандал? Так, Валентина, значит, я буду, как бы, получать... Нет, вы будете Олегом. Как Киевский готовится к зиме, есть такая новость шикарная. Как? Сейчас. Поднимаем и опускаем хобот. Опять, что ли? Медведи начали усиленно откармливать перед спячкой. Для слона Хороса разрабатывают специальный комплекс упражнений, чтобы он остался в форме, когда лишится любимого бойца. Как правильно сосать лапу? Чтобы не высосать все. Не пересосать. Покращенную лапу. Как сосать покращенную лапу? Как сказал директор зоопарка, звери, сосите лапу, как медведь. У нас есть, кстати, комментарий директора киевского зоопарка. А ну, попробуем. Дорогие звери, сосите лапу, как медведь. Так, это у нас Kiss FM. Да, это у нас Kiss FM. Kiss FM, записываем. Мы тут ходим по студиям. Конечно, напрягаем. Видите, да, это дискобол, вот по таких клубах танцуют диджеи. Это пульт, джеки. Погружение полное. Не чуть пыльное, но на самом деле у нас просто очень пыльные диджеи приходят и оставляют сюда вот иногда после дисков музыку еще и пыль. Серебристую пыль. Да, серебристую. Без дыма. Такой, да.